Друзья мои, привет! Меня зовут Наталья, а вы находитесь в школе графического дизайна. Сегодня мы разбираем последний инструмент из инструментов группы обрезка. Находятся они в левой части экрана, как и все остальные инструменты. Это третья вкладка. Уроки по рамке, ножу, эластику уже есть. Ссылки я обязательно оставлю в инфоблоке. Сегодня удаление виртуального сегмента. Выбираем этот инструмент. Видим, что курсор приобрел соответствующий вид. И давайте разберемся на конкретных примерах, как работает он. Вот есть отдельный объект векторный. Подносим нож. Видим, что он приобретает вертикальное положение. Щелкаем, он его удаляет. Также можно поднести этот нож к элементу, который состоит в группе. То есть у меня каждый из этих сов – это группа объектов. И он работает таким же образом со сгруппированными объектами. Щелкаем, он удаляет объект группы. Без разницы, будь то это заполненный объект, либо контур только один. Также второй способ работы, вот видно, что это группа, мы можем прочертить рамочку. И то, что попало в рамку, тоже удаляется. Вот еще так. Также инструмент работает со слитыми объектами. То есть вот это у нас звезда слита из трех. Выбираем его и смотрим. Подносим к контуру. Видите, каким образом он удаляет эти сегменты. И последнее, то, что я хотела сказать про этот инструмент, он не работает, конечно, с растровыми объектами. Вот я картину Модильяни сюда импортировала, выбираем инструмент виртуального сегмента, и, конечно, ничего не происходит. Хоть черти рамочку, хоть касайся, то есть это не касается растровых объектов. Друзья мои, если урок был вам полезен, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди много нового интересного. Всем пока-пока!